Вы пользуетесь услугами почты? Да, пользуюсь. Что для вас почта? Почта – это платежки каждый раз, каждый месяц. Посылки часто отправляем. Вы получаете газеты? Да, получаем. Мы не выписываем. Сейчас вот у нас по городу бесплатно разносят газету «Призыв». Во второе воскресенье июля отмечается День Почты России. Что бы вы хотели пожелать ее работникам? Ну, конечно, всем работникам почты главное – это здоровье, счастье личного, благополучие. Ну и чтобы их рабочие места были более удобные для работы, чтобы они быстрее могли обслуживать посетителей.